У нас продолжается уругвайский бразильский карнавал. Бразильский карнавал самбы в Уругвае, в столице этой страны, под названием Монтевидео. Вот сейчас вообще даже пенсионеры в перемешку с разгоряченными поклонниками бразильских латиноамериканских танцев. Видите, пенсионеры очень часто потанцевать, подвигаться в костюмах. И довольно, я бы так сказал, комфортно, не жарко и не холодно. Даже, возможно, ветерочек легкий. Но все счастливы. Как видите, все абсолютно счастливы. Самое интересное, это вот эти платформы, вот эти машины, которые едут. Unidos до Norte. Значит, обменяемся на север. Да, что тут у нас происходит? Тут у нас интересно. Тут у меня уже капает. О, ребятки, у нас есть машина. Короче, три бабы, очень старые, лет по 50. Белом. И мужика. И он один наверху, и тут еще типа, которые грибут. Но они все выглядят моложе своих лет. И, судя по морщинам, им лет под 50, а то и больше. Вот тут начинается самое интересное. Вот эти чуваки. Блёстки. Это самое интересное украшение этого карнавала. Империя. Пацанчик танцует на каблуках. Ничего, нормально, живой. Все, пока. Да, это пацанчик. Голубенький, очень-очень голубенький. Вот прямо, Павел, прямо. Вот этот пацанчик голубенький. Так, мы не будем отвлекаться и портить себе вкус голубизной. Переводим внимание на горячий пар. Thank you.
значок сердечко. Тут есть родители какие-то, пенсионеры. А, это церквушечка вместе с папой. Еще самое интересное, что на некоторых конструкциях почти нет одежды. Наш камера схватила. Thank you.
О, у нас пошел небольшой дождик такой, неплохой такой дождик. Друзья, напоминаю, что обязательно надо подписаться на этот канал, нажать на колокольчик и сделать его черного цвета, поставить лайк этому видео, конечно же. И поделиться роликом с друзьями. Это был бразильский карнавал в Уругвае, в городе Монтевидео, столица. Видите, публика вся в восторге. Все просто в восторге. Некоторые уже расходятся, потому что некоторых залило дождем. Друзья, увидимся с вами на краю света или в следующем ролике. Hola, soy mexicana. Gracias. Это была моя мексиканская подруга. Друзья, впереди много интересного. Увидимся на краю света.